Жора Бжорыч. Такой несанкционированный ужин, так сказать, крендель для кренделя. Мягкий, вкусный крендель с корицей. Я хотел сначала взять кофе, но потом думаю, что это будет слишком много, перебор по калориям. Он такой здоровый, огромный. Мягенький, воздушный, как булочка. Классный, им можно быстро наесться. Ну и плюс еще сама корица. Сама по себе очень вкусная булка с корицей получилась. В очередной раз бегая по городу, остался без ужина, ну и вот решил перекусить хлебобулочным изделием. Ну и опять же разнообразие какое-никакое. Все-таки надо было взять кефир или какую-нибудь водичку, чтобы его разбавить. Просто не хотелось бездумно брать какую-то, я не знаю, там сладкую воду. Но вещь стоящая. Если кто-то захочет такое попробовать, на станции Сокол, недалеко от выхода из метро, можно приобрести разнообразные с кунжутом, с разными добавками. Ну а пока всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите другие Жора Бжорычи. Пока!